Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам покажу, как сделать вот такие замечательные цветочки. Они очень легкие в выполнении, получаются довольно-таки красивые. Ими можно украсить шапочку, платьице, кофточку. То есть, если их украсить очень красиво, получается брошечка. Если сделать, так сказать, две одинаковые, но в разном размере, довольно-таки получается красивый объемный цветочек. Если вам понравилось, присоединяйтесь. Делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4 и 5. Замыкаем петельки в колечко. В первую петельку делаем соединительный столбик. Делаем 3 петелечки подъема. 1, 2 и 3. И 3 петельки для арки. 1, 2 и 3. Теперь делаем накид. И в наше колечко делаем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, далее накид делаем, второй столбик, накид делаем и третий столбик. Теперь снова 3 воздушные петельки для арочки. 1, 2 и 3. Накид и в колечко снова делаем 3 столбика с одним накидом. Один столбик, сюда же второй столбик и сюда же третий столбик. Снова 3 петелечки для арки. 1, 2 и 3. Накид. И в колечко делаем 3 столбика с одним накидом. Первый столбик сюда же. Второй столбик. И сюда же третий столбик. 3 петелечки воздушные для арки. Накид. И снова 3 столбика с одним накидом. 1 столбик. Второй столбик. И третий столбик. Снова 3 воздушные петельки для арочки. Накид и снова в колечко 3 столбика с одним накидом. 1, сюда же в колечко 2 и сюда же в колечко 3 столбик. Теперь снова 3 воздушные петельки для арочки. Но теперь мы делаем уже 2 столбика с одним накидом в колечко. Первый столбик и второй столбик. Третий столбик у нас замещает воздушные петельки, которые мы набирали вот для подъема в начале. И теперь делаем соединительный столбик в третью петельку подъема. Вот так вот. У нас получилось 6 арочек. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь делаем первую арочку столбик без накида. Теперь делаем накид. Ныряем сюда же в арочку, захватываем петелечку и делаем полустолбик. В эту же арочку делаем 5 столбиков с одним накидом. Первый столбик, далее второй столбик, третий столбик, четвертый столбик и пятый столбик. Теперь делаем 1 полустолбик сюда же и столбик без накида. Переходим к следующей арочке. Делаем столбик без накида. Затем захватываем ниточку, делаем полустолбик с накидом. 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Захватываем ниточку, делаем полустолбик с накидом и столбик без накида. То есть система получается в каждый лепесточек. Делаем 1 столбик без накида, затем увеличиваем на немного, делаем полустолбик. Делаем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Немножечко уменьшаем, делаем полустолбик, как бы завершаем арочку. И теперь полностью завершаем столбиком без накида. Переходим к следующей арочке. Столбик без накида, полустолбик, 5 столбиков с одним накидом, 1, сюда же второй, сюда же третий
сюда же четвертый и сюда же пятый. Делаем полустолбик, как бы начинаем на уменьшение арочку делать и заканчиваем столбиком без накида. В следующую арочку столбик без накида увеличиваем полустолбиком. 5 столбиков с одним накидом. Один столбик сюда же второй, сюда же третий, сюда же четвертый и сюда же пятый. Немножечко начинаем уменьшать полустолбиком арочку и завершаем уже столбиком без накида. И нам осталось провязать последний лепесточек. Столбик без накида, увеличиваем немного, делаем полустолбик. 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4. И сюда же пятый делаем. Немножечко уменьшаем полустолбиком. И завершаем полностью столбиком без накида. Но мы его, получается, провяжем еще в арочку. Соединительный столбик мы сделаем первый столбик без накида. Вот сюда вот. Вот так вот. Соединительный столбик. Вытягиваем эту ниточку. Расправляем цветочек. Мы его соединительным столбиком завершили. Вот так он выглядит с изнаночной стороны. Очень все, как видите, довольно-таки аккуратненько, красивенько. Можете в серединку шить бусинку, либо пуговичку. Я надеюсь, что вам мой видеоурок понравился. 7 ровных петелек. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!